На улице немного прохладно, выдвигаемся в путь, ехать нам в районе 500 километров. До Новой Усмани, где мы арендовали квартиру, чуть больше ехать, ну, в районе 6 часов, я думаю. Погода не дождливая, но пасмурная всю дорогу, я так понимаю. Ну, хорошо, что дождей не будет, не предполагается, ну, возможно, и надует. Так что такие дела, выдвигаемся в путь. С Богом, как говорится. Будем надеяться, что у нас все получится. Мы сегодня первый раз едем в Воронеж, Воронежскую область. И у нас первый раз не только Воронежская область, но еще и первый раз с нами едет наша Евочка, наша Коша. Вот мы ее приучали несколько дней переноски. Очень переживаем, как она перенесет эту поездку. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Сейчас у нас 10 часов утра, мы выспались. В принципе, настроены серьезно. Дай Бог, чтобы все у нас сложились, все наши планы. Вот, Кось, мы тебя любим. Да, она же глухая. Да, ну ничего, она все понимает, по губам читает, да? Вот, так что с Богом, скрестили пальцы. И надеемся, что все наши планы, да Богу в уши. Желаем себе счастливой дороги, безопасной дороги. Надеемся, что да, все будет хорошо. У нас по-другому не бывает. Второй пункт оплаты, да? Вот Новомосковск. Вот я каждый день в Москву езжу с Новомосковска. Виды красивые. А там, смотри, дождь идет. ПВП. Взимание платы. Чего не делать? Да нет, наверное. Нет, наверное. Так, дома, видишь, разные, есть и хорошие, а есть так себе. Все же зависит от достатков людей. Еще посмотришь.
скорость ограничения 40. Сейчас у меня все не так быстро запускается. Такой обычный поселочек. Тут вообще какой-то центр-то есть, вот или ничего нет. А тут вот эта церковь где-то сбоку и все. Нет, здесь вон в этот можно ехать. Дом культуры. А, вот Ресвятская, да, вот это там как раз есть сельская администрация, дом культуры, магнит. Маломальский тротуар для людей. Да, ну тут интернет висит, в принципе, да. Проводит какой-то вот блокнот. Что это? Сколько он стоит в месяц? Вот, кто не знает. Маршрут перестроен. Поверните направо. Разбрелся. Ой, ё-моё. Поедем или нет? Это еще такая же дорога. Ну, вот геленджики каменные, вот это все. Как поехали? Это что? Это улица Через 200 метров поверните налево на вторую логовую улицу. Что-то знаешь здесь? Фотографии? Нет, вот там вот за 2200, который тебе вчера понравился. Прямо и повернуть надо. Через проем. У нас в переулке тоже такие дороги были. Потом засыпали. Щебнем более-менее крошкой асфальтной. Да, здесь, конечно, машина надо такую. Бездорожник. Угу. Прямо туда? Или прямо. Здесь, это логовая, а нам вторая логовая нужна. А, так вот. Логовая нам не это? Вторая логовая, она дальше. Там продавался. Все. Как это называется? Черемуха? Черемуха, сирень рядом, да, скажи? Да, вообще красота. Ну вот такого типа домик, вот я бы не против. Вот, ну... Есть. Чтобы хотя бы улицы на слуху были, чтобы понимать. Ой, смотри. Маршрут перестроен. Какой лес, да? Смотри, прям рядом. Даже дорога есть туда. Да, но тут где-то железная дорога рядом. Пересекает его. Поверните налево. Почувствуете? Ну да, смотри. Да. Тишина, свежий воздух. Заносится сну домой. Продаются там, где написано маленькие. Поехали там.
какой-то другой. В объявлениях вообще не видел. Это Победа, да? Это еще? Что, ты хочешь развернуться? Нет, я хочу пропустить. Сзади машина. Сейчас пусть проверят. Помедленнее просто смотреть. Вот, кстати, там было писалось «Дамду». Да, ну, может быть, может номер переписать, если решим остаться, можно. Назад надо было. Назад, да. Я там мельком увидела, там написано, подается с данным номер телефона хотя бы переписать, мало ли что. Ну, надо бы, конечно, пожить вот в таком месте, понять еще больше. Квартира-то она в квартире. Посмотри, здесь улица осталась. А что, ты сюда поехал? А, у тебя показывают? Да, незаметно. Знак вроде есть. Ну, я знак не увидел. Я так смотрю по бокам просто. Нет, есть улица нормальная. Вот такая, да, с асфальтом. Почему нет? Ну, там что-то прям вообще у меня дороги. Что-то мне не понравился этот дом за 200. Конечно, может, там внутри более-менее, но... Ну, что-то вот как-то вот так вот. Нам надо проехать еще этим. Там сейчас, ну, куда будет поворот, вот где белая машина, это подозреваю. Ленина. Ну, вот аккуратненький красный кирпич. Вот, продам. Хочешь такой? Нет, такой я не хочу. Бабушки на главной дороге. Тоже, кстати, на Ленина. И построили похоронное агентство там. Снесли к чертям. Вот какие-то. О, коровки пашут. Да. Я уже отвыкла от коровок. Вот коровки. Ну, здесь, да. На Ленина. Нам улица Ленина? Нам надо выехать опять на Свободы. Там вот на Дзержинского был еще дом. На Свободы надо выехать? Как она вот это? Победы, господи. Она Советская. Советская перешла в Победы, мы поворачиваем. Короче, нам надо по Ленина проехать. Там было объявление «Сдам, продам дом», посмотреть. И вернуться на улицу Дзержинского. А Ленина это дальше или здесь? Это вот это Ленина. На Дзержинского 31 еще продается дом. Но там как-то непонятно, написано 95 квадратных метров, непонятно сколько земли, то ли 14, то ли 1,4 сотки. Скорее всего, 1,4. Ну, да, это кто-то час. Вот смотри, тут уже половину дома, видишь, как поделили. Здесь соседи нормальные. Но не для нашей машины, да? Конечно. Что-то мне кажется, интернетом где-то не пахнет. Нет, есть. Тарелки, вот эти МТС, все. Это мы по Ленину. Это по Ленину, это улица Дружбы пересекает. Прямо, видимо. Прямо, да.
состоит из лежащих полицейских. Бесконечно. Полностью. Ну да, не гоняют точно. Такие маленькие участки, плотненько нас. По 600 так чудочные участки. Так из дома аккуратненькие, прям нормальные. Ну да. Ну ты же говорю, это все зависит от хозяев, кто ухаживает за домом, да. Белит, красит, заборчик ставит, траву косит. И сразу выглядит аккуратным дом. Тоже пристройка, вот дом старенький, нас мы пристройку сделали. Вот уже хата покосившаяся, никому не нужна. Причем как-то странно пристройка сделана один к одному. Это более-менее широкая еще улица. Там там по асфальту ехала, а здесь уже по бездорожью. Почему улица Ленина без асфальта? Прямо 3 километра. Как 3 километра? Куда аккуратненько, смотри, двойной дом тоже. На два номера, два хозяина. Какой-то заброшенный тоже дом. Ну, много заброшенных домов, я смотрю. Ну, немного, но тем не менее встречаются. Да, вы в самом начале где-то видео, когда вот ехали по той улице главной. Сейчас выезжаем и налево. Вот тут где-то было, вывеска висела. Вот, подожди, продается дом. Проехать, это я не загородил. А, нет, супер. Ну что это назад? Ноль восемь, да, 920 463 08. 48 08. Провод загораживает. И давай еще надо. Так тоже. Давай вперед. Да ладно, Паш, сфотографировала, все. Вот, высуну руку и сфотографировала. Вон, посмотри. А что за дом-то? Его нету. Кого? В объявлении.
вижу номер. Тут мы опять выйдем туда. Сам на поле. Да нет, ну что там, хороший вариант? Ну какой хороший? Вот такой. Ну тут непонятно, 1/4 сутки или 14 суток вообще написано. 1/4, это что-то совсем. А что, он огород не сфотографировал, только дома один и все. Тут какая-то как пристройка вообще непонятная. Ну не хочется мне поэтому. Ну поехали, я сворачиваюсь, что-то там. Ну просто шки с ним, чтобы понять, какая улица, да, чтобы в голове отложилось, где нам понравилось, где не понравилось. Ну это все равно это не заложено. Что, едем куда? В этот следующий поселок. На Урицкую мы тоже не поехали. Ну ладно. Так. Подлесный ставь. Ну, Углянец. Орлова вот есть, понимаешь. Орлова ее там вообще ничего не нужно. Не смотрел. Поехали в Углянец, потому что в Подлесный все равно через Углянец, как я понимаю. А, типа каст прямо. Глянец. Не ветер, можно было бы квадрокоптер запустить. А, ну да, ветер такой гуляет. Поля красивые. Надо смотреть, потому что я даже не подбирала Павлова. Это уже Орлова, да? Угу. Ну тут как-то дорогие, вот недостроенные, вот, по 2,2 миллиона. На 2,2 миллиона нормально почти. Ленина 148 есть. Мы сейчас будем проезжать. 2,2 миллиона.
да, с этой стороны. Ленина. Дальше, дальше. Ленина мы еще не вверх. На велосипедах ездить, где мужики, блин? Вообще интернет не возит. Беда. Хоть в Алгере сестру. Мамочки, где здесь разметка? Как тут погнать? Что на Ленина, какой-то тротуар рядом, я что-то не увидела там этот тротуар. Вроде бы хороший дом, кстати, хороший дом. Дороги здесь неплохие. Это воля. Ну, нравится. Воля, вольная. Воля, посмотри, воля. Здесь поля какие. Дороги неплохие. Да. Что, в принципе, под Москвой. Ну, ехать-то через сколько поселков тоже, да? Ну, да. Воля, Орлова. Только потом Ульянец. Нет, у меня другие дороги есть. Как правильно, Ульянец или Ульянец? Я не знаю точно.
хорош. Написано. На дачный парк. Это да. Что-то совсем все печально, совсем не хочется здесь. Нет, здесь нет. Инфраструктура. С той уже стороны Подлесной, за железной дорогой. Только вот так получается. На самокате катается с Игорем. Да, поехал чувак. На встречу. Вот сюда. Дом культуры. Такого ты не встретишь. Потеряли половину. Да. Подними. Да ну Паш, ну куда я буду поднимать? Да подними. Слушай, подними. Вернемся. Че они простояли? О, видишь, хорошие. Четыре пакета. Еще надо один где-то нам. Ну один выкинуть можно. Вот, здрасте, я подымала, чтобы не кидывать. Отдельно поставлю. Слушай, раздельный мусор, сбор мусора. Нет, в Угленце есть варианты хорошие, но вот я уже смотрю, 2,4 миллиона, а тут цены такие средние. Мы не тянем такие суммы. Большой видно, что поселок более.
обжиты, что ли. Хотя тоже разные дома. Прям очень похож на мой поселок. Да, но тоже такие разношерстные. Где-то старик, я где-то не помню. Ломоносова. Хоть дороги есть асфальтированные, да. По крайней мере, побольше вот этого убитого нету. Нет, есть наверняка улочки какие-то, это как центральные. До конца маршрута осталось 200 метров. Только вот номер не указан, наверное, что... А, под продаю написано. Фотографировать? Я сейчас себе припаркуюсь, выйду. Аккуратненький небольшой домик, да? Новые батареи, туалеты. Не, да нет, мы не уложимся. Это еще Андрею можно было присмотреть, если бы он стоил 1400.
Рядом, кстати, было бы неплохо, напротив, да? Можно было купить. Вот какая-то тоже забитая хата стоит. Если бы снизили цену, ну, блин, 1 200 000 отдай и вложи еще не меньше 1 000 000, там, наверное, обойдется, если не больше. Зато конфетка будет. Такулочка тихая, уютная, в принципе, очень похожа на улицу с Большой долиной, на улице Ленина. Уже разрушался, а потом сгорел. Часто бывает. Ну, смотри, даже переулочков асфальтированная дорога. Асфальтированная. Ну, это же Садовый переулок. А, ну да, сейчас направо просто еще. Поверните направо. Ну, конечно, 40 километров. Ну, надо думать, короче, смотреть вариант. Ну, вообще заброшенная хата. Кстати, если тут купить, можно и Андрею что-то присмотреть, походить, такие вот развалюхи, вложиться, что он рукастый себе не сделает хату какую-то там, не уберет разве? Уберет, что-то сделает, подшаманит, газ поднапрячься, сейчас же тоже проводит. Это Мичурина? Так, 42-44. Вообще не похоже на этот дом, который продавался. Это 42. А нам какой? 44. Вот этот? Ну, да. Я не знаю. Номера не указаны. А что покажешь? Да, это вон гараж голубой вижу. Гараж добротный. А соток? Соток сколько? Что там, все загорожено? 1 900 000 цена, да? А соток сколько? А, еще 15 соток.
вообще еще давай Подлесный посмотрим. Из горы. Там выражание, да, там еще и уклон. Уклон, выражение, здесь пошире улица. Здесь тоже уклон небольшой. У этих вот соседи главное, сорян, все цивильные. А, там сад такой ухоженный, красивый. Вот там? Да, вот за этим домом. А, здесь, в этом? Здесь я не увидел, потому что загорали. Ну, дворик, он ухоженный. Все. Ну да, я смотрю, что ухоженный. Ну, надо внутрь смотреть, надо подобрать варианты, посмотреть и как-то... Так, а куда мы дальше едем? Подлесный поехали, да? Сейчас беру. Чего такое? Ну, тут, конечно, на машине тут надо. Так, Подлесный. Цена подъемная, понимаешь? Ну да. Я думаю, сейчас торгуем. Вот здесь прям уютный домик такой сделали вообще. Ну, вроде выкладывались, да, конечно. Здесь мне нравится, да, подальше от дороги дома. Дворовая территория есть. Так, ну вот за 1 456 000 м2 продается Подлесный. Сколько? 500. 56 квадратов. 56. Но я не уверена, что это полный дом, а что это часть дома. 56 метров? Ленина 30. Это вот недалеко, сразу при въезде, если мы будем ехать. Потом тут еще за 2 миллиона, но тут 40, мне что-то не нравится. Вообще развалюха. Пока мне здесь больше понравилось, чем вот более. Этот. Да, или здесь в целом. Да, в целом. Ну, может, потому что тут дороги асфальтированы. Дорога, да, асфальтирована, это важно, особенно для нас. А зимой, а осенью, конечно, это важно. Просторный. 40 км вот в Воронеже. Вот видишь, сайдинг он шугает, красивенько выглядит. Сайдинг, конечно, да, он огораживает. Сразу дом выглядит дороже с сайдингом. Подлесный вообще. Поверните налево на улицу Ломоносова. Какие-то развалюхи. Подлесным сейчас немного вариантов. Ну, поехали, проедемся хоть по улице, по центральной, она там одна, Ленина. Вот вообще я не вижу, там какие-то все такие печальные. Часто на фотографии. И в центр недалеко. В принципе, в шаговой доступности, если так по большому счету, да? Поверните налево. Ну, стандартный центр сельский. Вот
три дома из квартиры, причем там у нас есть пятерочка. Так, едем в Подлесный, значит. Это нам через железнодорогу. Ну там одна, две улицы. Ленина. Нагруженная такая же. По часу. Так сделали, чтобы не разгонялись. Так. У меня маршрут с мостом. Ну вот Ленина 30 это тут продавался, да? 30 тут предыдущий. Что-то много за него хотят. Говорит, там дом продавался. На Ленина 30 прям сразу на подъезде. Ну, что-то близко вот не включится. Ты что, какой-то вариант там? Через 200 метров. Да, ты что сказала? На Октябрьскую улицу. Какой я сказала? Ничего. Нет? Нет. Я ничего там не нашла. Там сейчас вообще вариантов нет. Тот, который мне нравился, вы сняли. Чего? Ну, не знаю. Центр Подлесного, что ли? Наверное. А что, центр есть? Верните налево. Не знаю, я построил Подлесный, но меня ведет. Здесь уже дороги нету. Чего тебя налево повел? Ну, под поселок Подлесный, центр там. Вот так по прямо по Ленину бы проехались. Ну, то есть это просто как относится к Углянцу, но за железной дорогой. Сейчас остались такие по миллиону, но такие развалины. Мне не нравятся. Во-первых, маленькие, 40 квадратов. Какой-то 1,6 миллиона был, мне все нравилось. В том конце. Я не нашла его. А вот продаю написано. Ну, это, наверное, будет дорого стоит. Ну, будет это дешево стоить. Здесь пожар был целый. Ну, такое даже и брать не хочу. Развалюхи. Так тоже уютненький, смотри, вот эти самые тротуары.
очень нравился за 1 750 000. Вот дом. Продали? Да, он прям такой аккуратненький был, но мы писали. А сделан? Да, и продали уже. Ну понятно, но посмотреть, что это собственно. Сейчас уже и не найду. Вообще такие варианты остались. По 40 квадратов 2 миллиона, 2 300. Я даже не знаю, где он больше. Тоже хорошая улица. Красота-то какая, знаешь, слова попутались. И клещей не боится уже пошло. Че, бутерброды не хочет скушать? Через 200 метров поверните направо. Может, какой-то вариант посмотрим еще.